Люблю тачка. Ребята наперебой показывают нам свои любимые игрушки. Для них все новое, все интересное. С понедельника на базе бывшего специализированного дома ребенка работает детский сад компенсирующего вида. Теперь это третий корпус детского сада номер 25. Коллектив учреждения дома малютки практически на 100% перешел в 25-й сад, корпус 3. Это все дефектологи, их 5. Все воспитатели, их 12, психолог, музыкальный руководитель. Дети, которые ранее посещали дом малютки, на 85% возвращаются в эти же стены. Плюс еще добавочные дети, которые нуждаются в наших услугах. Сейчас в детском саду 34 ребенка. Всего планируют набрать 100 детей. Будет работать 6 групп, 2 из которых для ребят со сложными заболеваниями. Распорядок дня будет отличаться от других групп достаточно сильно, то есть резонансно, потому что у них нет фронтальных занятий общих, у них есть индивидуальные занятия, они полностью только на индивидуальной подготовке. Там специалисты работать будут больше. Соединяй дорожками. Ой, как здорово! Для занятий оборудована сенсорная комната, где в приятной расслабляющей обстановке ребята смогут обучаться, развиваться и знакомиться с миром. Во всех группах есть развивающее и обучающее оборудование. За каждый из них закреплены воспитатели, психолог и будет работать тьютор. Некоторым малышам нужно больше внимания и особые условия даже для сна. Есть детки, которые не сразу засыпают, а есть, которые сразу. Специально здесь поделено на 2 блока. Там детки одни могут, которые плохо спят, воспитатель или младший воспитатель находится там. Более спокойные детки ложатся здесь у нас спать. Есть в детском саду и специализированные кабинеты, оснащенные средствами для реабилитации. Оборудованы летние веранды для прогулок в холодное время. Их всего 4. Одну переоборудуют в тренажерный зал. Съемка-съемка и обед по расписанию. Пока воспитатели заботливо помогают ребятам справиться с полдником, первый заместитель главы администрации округа Ирина Кузнецова побеседовала с родителями. Ответила на волнующие их вопросы и рассказала о том, что в конце августа для обследования детей приедут специалисты НИКИ детства. Это наш научно-исследовательский институт. По договоренности с Министерством здравоохранения Московской области принято решение о том, что в конце августа 3 дня здесь будут работать специалисты, проведут осмотр детей и консультацию родителей по тому, каким образом дальше выстраивают реабилитационные мероприятия. Мы очень благодарны Министерству здравоохранения за то, что у наших детей, у родителей такая возможность будет. Так как детский сад больше не является учреждением здравоохранения, в штате нет медицинских работников. Но по соглашению с Орехово-Зуевской областной больницей за детским садом будет закреплен тот же педиатр, что и раньше. Она знает детей и сможет скорректировать их лечение с узкими специалистами. Будет вести и календарь прививок, а также помогать родителям.